нашей как раз темы. Сегодня у нас эмоции и здоровье, друзья. И я начинаю свой рассказ с классики для того, чтобы развеять миф, что все положительные эмоции абсолютно полезны, а отрицательные эмоции вредны. Вспомним сказку Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалеча, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелёшенько вздохнула. Восхищенья не снесла и к обедни умерла. Вот что нам пишет Пушкин, и он действительно в этом плане пророк и знаток человеческой души, потому что избыточный восторг также истощает ваши надпочечники, как и негативные эмоции. И вот привожу всегда пример Второй мировой войны, когда мать похоронила сына, пережила, но когда он вернулся целёхонек, она от этой радости, от этого восторга, от вот этого непереваренных эмоций просто получает инфаркт и умирает у него на руках. Такие случаи были. И помните, что основное чувство, к которому мы должны стремиться и испытывать его постоянно, это любовь и благодарность. То есть переводите все свои дискомфорты в любовь и благодарность. И помните, что, конечно, восхищение, восторг, интерес, вдохновение пробуждает радость и волю к жизни, энергию и работоспособность, но, тем не менее, все-таки любовь и благодарность – это вот то ровное состояние, в котором лучше всего функционирует именно ваш организм. И печаль, тревога, раздражение, обида, озлобленность, апатия, отсутствие радости жизни – все это ведет к разрушению организма. Давайте посмотрим, какие же бывают виды эмоций. По знаку положительные, отрицательные, как мы сказали. По интенсивности и длительности – это настроение, эмоции, аффекты, страсти и чувства. По специфическому содержанию, по модальности – это радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, стыд. И по степени мобилизации организма – стенические и астенические. То есть стенические – они ухудшают жизненные показатели организма, а астенические, наоборот, астенические ухудшают жизненные показания организма, астенические они, наоборот, стимулируют. Стимулируют активность и движение. И, естественно, все эмоции, они сказываются на наших органах и системах. Вот если, например, человек что-то не хочет видеть, и он иногда даже у него в речевых оборотах, в лингвистике вот проскакивают такие, значит, слова, как «ненавижу», «я ненавижу», «ненавижу», то есть это «не хочу видеть», у него начинает ослабевать зрение. Дальше. Все страхи ведут к болезни почек. Соответственно, также у нас заболевают и другие органы. Но давайте мы посмотрим физиологически, какая вообще основа эмоций, где они зарождаются. На самом деле это действительно корковый процесс, это процессы высшей нервной деятельности. И у животных в основном эмоции, в которых они пребывают, это страх, либо это, который их движет к такому поведению в виде убегания или замирания. Вот. Всем добрый день. Напишите, пожалуйста, плюсики, как меня слышно и видно. Либо это вот рефлекторное замирание, да, убежать, либо это агрессия и нападение. И все вот эти наши эмоции, переживания, они рождаются вот в этих вот структурах мозга. Посмотрите на них, то есть это глубокие структурные такие как раз единицы или элементы мозга, миндалина, гиппокамп, также в коре больших полушарий, в гипоталамусе. И
Далее уже эти эмоции выражаются в напряжении мышц. Вот есть тоническое напряжение, да, есть также мы можем это наблюдать в таких мышцах, как, например, голосовые связки, да, это тоже же мышечные структуры, соединительно-тканные мышечные. Поэтому как раз вот когда голос меняется, дрожит, это тоже индикатор эмоционального изменения. Кроме того, у нас есть мышцы даже на волосах, вот волосяной покров тела, вот волосы дыбом, есть такое выражение, да, они напрягаются от ужаса, от страха и так далее. И вот эта вот вся вегетатика, все вот эти мышечные реакции, они также характерны для внутренних органов. А у нас гладкая мускулатура есть где? В сердце, в кишечнике, вот перистальтика кишечника, она также, вот есть же медвежья болезнь, да, вот вегетативная реакция, когда животное может вот просто неожиданно войти в состояние диареи. То есть вот то же самое у нас, в принципе, заложено, но мы можем это контролировать. То есть вот произвольное вот это включение механизмов эмоционального выражения или эмоционального переживания, это как раз происходит вот путем воздействия на висцеромоторные, соматомоторные нейроны. И в результате мы имеем как раз проявление во внутренних органах, в двигательном аспекте наших эмоций. Понимаете, это действительно серьезные процессы, которые происходят в организме. И нельзя от этого отстраняться и это отрицать, потому что уже наука уже давно доказала, что эмоции ведут к повышению артериального давления, учащению пульса, учащению дыхания, расширению зрачков, повышению потливости секреции. Значит, для чего нужно давление, например, повысить? Потому что возникает спазм сосудов. Для чего этот спазм возникает? Для того, что если в результате какой-то агрессии у человека начинается кровотечение, то потеря крови будет минимальна. Понимаете, расширение в любой ситуации непонятно пить воду, пишут наши зрители. Моя дорогая, да, это естественно, что мы пьем воду, но мы можем также, например, послушать себя вот в этой ситуации, что вы испытываете? Раздражение, страх. То есть вот смотрите, животные, они практически все время в страхе. То есть страх он нам дается для того, чтобы центрироваться, чтобы запустить какую-то реакцию. Например, повышение уровня глюкозы. Для чего нужна глюкоза? Да для того, чтобы активизировать мышцы, для того, чтобы начать движение, для того, чтобы была энергия. Вдруг придется бежать, драться и так далее. То есть вот ситуации замирания и как раз страх, они самые такие астенические считаются не очень положительные, лучше всегда выводить в любую эмоцию в движение. Почему и говорят, идите в спортзал, пробегите по лестничной клетке, отработайте эту эмоцию. Иначе все биологически активные вещества, которые предназначены для двигательной реакции, они все пойдут ударять по нашим органам. Вот скорость ускоряется свертываемость крови. Понимаете, многие не понимают, что на фоне длительного стресса действительно происходит повышение свертываемости. Для чего? Потому что вдруг как раз будет кровотечение, вдруг нужно спасать человека. И природа заложила вот этот механизм. Поэтому свертываемость повышается, и на этом фоне могут быть тромбозы, тромбоэмболии. Будьте внимательны, и каждая женщина должна раз в год проверить свою кровь на фактор свертываемости, на дедимеры. Вот дедимеры очень хороший показатель. То есть, когда вы сдаете кровь, обязательно сдайте еще дедимеры. То есть биохимические пробы печени, почек и дедимеры. Дальше. Например, ускоряется, как раз перераспределяется кровь по магистральным как раз артериям. И очень активно питается мозг.
Соответственно, про гусиную кожу мы уже сказали. То есть физиология совершенно разная, но вся она направлена на то, чтобы как раз вот эти подкорковые механизмы эмоций, которые возникают в головном мозге, путем воздействия той обстановочной афферентации, которая идет от внешней среды и импульсно воспринимается через глаза, через зрительный анализатор, через слух, через как раз вот это вот шестое чувство у человека еще есть, интуиция. Вот мне много раз рассказывали такие случаи, когда интуиция спасла жизнь. Когда человек просто ни с того ни с сего отошел с этого места, и какой-то у нас небоскреб как раз значит, рухнул буквально на него, или там кирпич на это место упал, а он вот благодаря вот этим подкорковым механизмам смог предостеречь себя и устранить вот эту катастрофу. Итак, мои дорогие, продолжаем нашу мысль глубокую. Это физиологические механизмы эмоций. Посмотрите, сколько теорий. И теория Джеймса Ланге, и таламическая теория, и лимбическая теория, и активация ретикулярной формации. То есть, ну, теорий много, но факты остаются фактами. Вот уже доказана очень древняя связь между негативными эмоциями и заболеваниями. Она даже попала у нас в лингвистику. То есть мы помним, да, что любовь и благодарность – это самые оптимальные эмоции, это тот эмоциональный фон, в котором вы должны находиться. То есть негативные эмоции, которые вы испытываете, вот в частности раздражение, гнев, вот раздражительный, значит, вот еще такого человека называют желчный, да, вот что ожидает этого человека? Больная печень. Дальше, вот носит камень за пазухой. Ведь вот эти камни за пазухой, это же еще и камни в желчном пузыре, то есть в случае испытания, когда человек хронически испытывает вот это вот раздражение, гнев. Встали утром, вернули себя в состояние любви и благодарности, то есть очень зависит от того, в каком вы состоянии. Понимаете, это как отрицательная молитва. Поэтому нужно за эмоциональным фоном очень серьезно следить и с ним работать. Сегодня по окончании данного вебинара мы будем делать практическое задание. Дома вы его сделаете. Значит, я скажу, и по итогам как раз вот этого задания, если вы его правильно выполните, то вы получите доступ к моей школе стройности, где мы очень подробно изучаем, как воздействовать на эмоции, на свое состояние, как себе помочь самой в домашних условиях. И там целых 30 уроков. И у нас есть счастливчики, которые в прошлый раз выполнили домашнее задание и получили вот эту вот школу стройности. И хорошо бы, чтобы они сегодня нам отозвались и написали обратную связь. Как им удается изучать все уроки. Дальше. Вот, например, такая эмоция, как жадность, да, или синдром Плюшкина. Все помнят Гоголя, там очень хорошо описано вот это состояние эмоциональный такой фон. Вот эта жадность, она приводит к расстройству пищеварения и в том числе иногда это все-таки связано с набором веса. То есть человек удерживает, у него такая стратегия формируется эмоциональная во всем организме. И он начинает удерживать калории, их контролировать, запасать лишнее, конкретно висцеральный жир также. Идет вот это жироотложение. Например, ревность – это нарушение всегда работы репродуктивной системы, это выработки половых гормонов, это импотенция, бесплодие. И вот ревность – это та ревность, которая разрушает очень мощно, разрушает всю репродуктивную как раз систему, потому что это скрытая форма ненависти. Запомните, если вы в себе отмечаете ревность, нужно с ней работать, иначе это скажется на яичниках, на матке,
на трубах, вот эти невротизированные трубы, которые даже вот плодное яйцо не пропускает, и оно замирает вот там в виде вот этой трубной нематочной беременности. Это все нарушение перистальтики, это все эмоциональный фон неправильный, который приводит вот к таким последствиям. Поэтому ничего в нашем организме просто так не бывает. Мы все это заслужили своим поведением и своим внутренним, можно сказать, поведением. А внутреннее поведение – это и есть те эмоции, это то состояние, которое вы испытываете. Например, такая эмоция, как гордость и высокомерие, значит, это уже нарушения такие серьезные в работе мозга. Это и мигрени, это опухоли, это проблемы со зрением. Это очень тяжелое состояние, по основе которых лежат вот эти неправильные негативные эмоции. Только любовь и благодарность. Дальше. Значит, ощущение страха, боязливости. Вот все это действует на почки. Вы знаете, вот меридиан почек, вообще он отвечает действительно за эмоцию страха вот в рефлексотерапии и энергию холода. Поэтому, например, в странах Азии, вот в некоторых, таких как Китай, например, Корея, даже зимой не показывают фильмы ужасов, чтобы не поднимать в холодное время энергию холода дополнительно и не разрушать почки. И, соответственно, любой страх, мы должны с ним работать. И, слава Богу, в данном проекте есть психологи, которые помогут вам разобраться со страхами. Но также их можно выводить через точки почек. Мы тоже будем обязательно изучать этот меридиан почек с вами, воздействовать на точки почек для устранения эмоций страха. Эмоции зависти. Вот, кстати, ревность – это тоже скрытая форма зависти, когда человек агрессирует или переживает за счет того, что на ту тему, что кто-то, его возлюбленный, близкий, получит какие-то приятные эмоции, да, на стороне. То есть это тоже скрытая форма ненависти и зависти. Поэтому от зависти также страдает и сердечно-сосудистая система. И вот как это уже ученые доказали, что склонность к инфарктам возрастает в 2,5 раза? Психологическим тестированием пациентов с инфарктами, когда берется огромная шкала, есть MMPI, такие 500 вопросов, и там они настолько перекрестные, что невозможно как раз дать неправильный ответ, потому что вот эта сложная система тестирования позволяет определить, где человек лукавит, как он, значит, путем постановки там обратных вопросов, где он скрывает истину, и выявляется тестированием как раз вот этот эмоциональный фон, выявляются те шкалы тех эмоций, которые как раз находятся в напряжении. И, в частности, вот сердечно-сосудистая система, разрушение сердца как раз является следствием зависти. Ну вот то, что сейчас выходит на первый план после как раз травм, после сердечно-сосудистых заболеваний, это онкология. Онкология – это требовательность к себе, к окружающим, когда человек себя начинает казнить, он себя постоянно наказывает, он себя не любит, не принимает. То есть вот организм как раз реагирует таким образом, таким вот избыточным делением, перерождением клеток, и начинает вот это онкологические клетки начинают пожирать здоровые, то есть разрушается ткань, и вот такое самоедство, оно может выразиться в опухоли, оно снижает ваш иммунитет. Поэтому вы не должны ни в коем случае себя ругать, запомните это. Нужно себя принимать, нужно работать над любовью и благодарностью. Любое плохое – это путь к хорошему. Любое плохое в вашей жизни – это путь к тому, чтобы как раз измениться, стать другой и получить положительные эмоции в результате решения каких-то задач, каких-то вопросов. Но мы не идеальны все –
ни в коем случае женщина особенно не должна себя в чем-то обвинять. И вот это вот чувство вины, оно, от него нужно обязательно избавляться любыми способами. То есть если вы его ощущаете, то есть вы должны постоянно вот завести себе будильник на буквально каждый час в телефоне и как раз задавать себе вопрос, что я сейчас слушаю, что я сейчас, о чем я думаю, где мои мысли, где мои желания, где мои, скажем, стремления и где мои эмоции. То есть что я сейчас думаю, чувствую, ощущаю. Поэтому помните, что любая напряженность должна уходить в расслабленность. То есть если вы ощущаете беспокойство, вы должны как раз войти в беззаботность. Растерянность мы устраняем путем равновесия, спокойствия. Вот видите, сразу вы смотрите данную эмоцию, корректирующая эмоция. Страх мы должны перевести в душевное равновесие, тревога, в утешение, гнев, сочувствие, апатию, в энтузиазм. То есть можно вот таким еще путем как раз переворачивания вот этой эмоции, там, нетерпеливость, терпеливость, одиночество, в удовольствие. Удовольствие, даже вот чувство одиночества, это то, чем, на что жалуются больше всего женщины. Чувство одиночества и нехватка финансов. Вот две проблемы у женщин. И причем одинокие, они даже умудряются быть в собственной семье с мужем, с детьми и все равно страдать от одиночества. Вот в чем парадокс. Поэтому, естественно, что мы должны вот это одиночество перейти в удовольствие. Самое простое удовольствие – это получить удовольствие от своего дыхания. То есть вы сейчас меня слушаете, закройте глаза и постараетесь получить удовольствие от дыхания, вы уже войдете в определенную медитацию и выйдете из чувства одиночества. То есть вы не одиноки. Вы как раз вот в этом вдохе и выдохе вы почувствуете, что вам все время дают дар в виде вот этого воздуха. Это дыхание, это огромное чудо, это действительно дар. И поймите, что воздух вам дают, самое главное, бесплатно. Поэтому все проблемы с финансами тоже решаемы. Дальше. Печаль. Переводим в радость. То есть, смотрите, вот печаль, она разрушает кровь. Обида, она может тоже разрушать и кожу, и суставы в виде осадков. Осадков в суставах, вот этот эмоциональный осадок, он превращается в осадок в минеральный. И суставы начинают воспаляться. Благодарность. Переводим обиду именно в благодарность. То есть вот вообще благодарность и любовь – это самые оптимальные эмоции, к которым нужно стремиться. Их нужно ощущать каждую минуту, каждое мгновение, заботиться об этом. Сами по себе вы не просветлеете только вот путем эмоциональной, душевной работы. И сейчас мы поговорим, как это сделать очень простым способом, доступным, бесплатным и так далее. Итак, смотрим, что, например, на примере давайте разберем желудочно-кишечного тракта. Вот негативные эмоции, они превращаются, да, в симптомы, как раз, которые, вот эмоциональное возбуждение нейронов, которые передаются по блуждающему нерву, нервус вагус у нас такой есть, в желудок. Желудок начинает продуцировать усиленно, секретировать свой желудочный сок, повышается кислотность, и вот вам синдром язвенника, вот вегетативный синдром, который называется язвенная болезнь желудка и желудочной и 12-перстной кишки. То есть это человек, который под воздействием своих эмоций, не имея возможности выйти, направляет агрессию внутрь себя, разрушается желудок, слизистая, и нарушается, соответственно, утилизация пищи, и нарушаются вот эти все тонкие, очень тонкие процессы. Далее. Вот как мы иногда ощущаем
отрицательные эмоции, особенно связанные с низкой самооценкой, когда у вас мозг кипит, вы не знаете, что делать, возникает как раз перегрузка вот этого аппарата нейронного головного мозга, формирование определенных доминант, очагов возбуждения. И это все сказывается на головных болей, приступах мигрени, мигренозных болей, боли напряжения, есть такое понятие в головных болях. Ну и, соответственно, потом это все сказывается на сне, на как раз других моментах, на памяти, на интеллектуальных функциях. И далее мы переходим, вот когда у вас, например, чувства, которые вы не можете проанализировать, не можете осознать, они начинают сказываться на мышечном напряжении. Мышечное напряжение шеи приводит к тому, что вот эти мышцы выдавливают диски из расстояния между позвонков, то есть межпозвоночные диски. Выходит пульпозное ядро, формируется вначале протрузия, трещинка, потом грыжа. Это пульпозное ядро давит на нервные окончания, и у вас возникает огромный дискомфорт в шее, боли, которые могут также сказываться на всем шейном сплетении, на плечевом сплетении, которое формируется в шейном отделе. У вас начинаются плекситы, то есть больно поднять руку. То есть, а как это происходит? Эмоционально зажали себя, эмоционально не отреагировали эту эмоцию, втянули иногда от страха вот так плечи, и раздавили вот эти диски. И годам к 50 у вас уже синдром, значит, вот этого вот подбородка, сколиоза шейного, синдром вот этого холмика на седьмом шейном позвонке. Отсюда головные боли, вот эта холка, там, как ее называют, львицы, или у нас называют вдовий горбик, или климактерический горбик. То есть вот вся эта симптоматика, когда вы не анализируете свои чувства, не активируете эмоциональный фон на позитив, и происходят вот такие вот мышечные неврологические уже симптомы. Дальше. Очень важный момент. Это вот артриты. Смотрите, вот эти вот, когда вы очень нуждаетесь в одобрении, то чаще всего это локти. Также суставы – это тоже проблемы и с самокритикой, жесткой критикой, подавлением гнева и проблемы с родственниками. Вот когда на вас агрессируют, например, родители, то очень часто болят колени. Вот не случайно говорят: «Будь ты проклят до седьмого колена». Вот это как раз… Колени – это первое поколение, вот они срабатывают в начале, самые первые. Вот это все разрушение, общие зажимы, они потом по архитектонике как раз распространяются на колени и выбивают связки, связочный аппарат, какие-то травмы коленные. Ну, как будто бы вот у человека сбился путь, да, и у него возникают боли именно в коленях. Дальше, вот голеностопы – это уже проблемы с бабушками и с дедушками, то есть которые могут сказаться на поколении именно внуков. Например, очень часто ваши бабушки там не одобряли брак родителей, и в итоге у внуков возникают какие-то проблемы с голеностопными суставами. Соответственно, также, как мы уже разобрали, поражается желудок в случае какой-то вот обреченности, безысходности, ну вот этот синдром язвенника, да, когда он в своих отрицательных эмоциях, в своем там дискомфорте зависает. И все это сказывается на секреции и на всех механизмах. Дальше. Лишний вес. Вот понимаете, лишний вес – это все-таки еще иногда про то, что человек желает подсознательно защитить себя и увеличить свою весомость. Весомость от слова «вес». И вот этот вес, он начинает накапливаться в виде
увеличение прослойки жира на животе, за счет от социума. На бедрах это страх сексуальной агрессии, это защита как раз вот этой вот зоны у женщин, так называемая зона плодородия, да, это живот, низ живота и бедра с ягодицами, и вот там депонирование жира, это когда человек, когда женщина очень часто почему-то имеет подсознательные страхи какой-то сексуальной агрессии и защищает вот именно эту зону, зону продуктивного, скажем, здоровья. И, как мы сказали, что вот ноги – это конфликт жизненных принципов или как раз конфликт с родителями и родовые конфликты. Ну и у нас, в принципе, самая главная часть, она в самом конце – это что делать? Что делать, чтобы управлять своими эмоциями, друзья? Это же самое главное, что мы можем вообще сделать. Я не случайно здесь собрала и синагогу, и мечеть, и церковь. Католический собор еще не поставили, но это, считайте, одно и то же. Друзья, все-таки молитва – это способ повышения вашего сознания. Понимаете, вы в этот момент обращаетесь к более высшим структурам сознания, выходите из животного рефлексирования, из животных каких-то состояний, проблем. Очень мощно активируете свое высшее «я». И поверьте, что это происходит очень рефлекторно, но быстро. Вот стоит человеку помолиться, он выходит из этой эмоции. То есть это самый простой, быстрый способ. Потому что эмоции – это сфера психики. И сферу психики, понимаете, лечить таблетками – это самое последнее дело. То есть нужно ее вначале попытаться излечить, исцелить такими же психологическими методами. Поэтому ни в коем случае никогда не спешите идти к психиатру для того, чтобы пить таблетки. Идите к психологу, к неврологу, который может вам помочь там иголками, например, каким-то безлекарственным, травнику, к фитотерапевту, к гомеопату. Но ни в коем случае не употребляйте психотропные. И есть прекрасный, самый доступный всем способ – это молитва. Ну, а молитва в храме или в том, где ваша конфессия предрасполагает молиться, там, скажем, буддисты вообще молятся на природе, соответственно, вот там вы и стараетесь выйти из негативного эмоционального фона и войти в состояние любви и благодарности. Управление эмоциями, метод управления эмоциями – это спорт. Спорт – это тоже очень мощная, во-первых, нагрузка, прокачка. И помните, что вырабатывается серотонин, гормон радости. Прямо при работе мышц вырабатывается серотонин. Поэтому я вам в каждом своем лекции призываю идти и делать зарядку 15 минут. Всего 4 упражнения в 2 подхода, и вы начнете день совершенно по-другому, совершенно в другом эмоциональном фоне, в другом эмоциональном статусе. И, конечно же, медитация, мы помним о дыхательных практиках, о медитации, о таком разном стереотипе дыхательных движений. То есть вы можете попробовать любую практику. Я очень часто делаю просто форсированное дыхание. Вот. Это такой уникальный метод. За 20 минут вы реально взлетаете. Вот просто попробуйте вот так дышать. Показываю, внимание. Можно тихо дышать. То есть форсированное дыхание. Это не голотропное дыхание, это просто форсированное дыхание. Это тот инструмент, который нам дан для того, чтобы мы просто прокачали, прооксигенировали свои органы. Мозг у вас прям улучшится. Вдох-выдох через нос. Да, Анночка, смотрим. Вот так вот, как, знаете, погромче.
Вот так вот дышите 20 минут, можете даже что-то делать, можете даже, ну, желательно, конечно, чтобы вы никуда не шли, но можно прогуливаться, ну, чтобы это была такая вот размеренная ходьба, либо дома, домашняя работа, пожалуйста, но ни в коем случае не за рулем автомобиля, и 20 минут. Да, детям можно, дети в случае нервозности прям так и дышат. Так и дышат, они так и дышат, они начинают прям дышать интенсивно. Ну и самое лучшее, что у девочек, вот как раз вот какой метод эмоционального, да, равновесия у девочек, вот дочка-подросток считает, что положительный настрой, молитва никак не помогает, а только мешает. И говорит, что если скажет, что ничего не получится, то получается, если думать, что все будет отлично, то не получится ничего, что мне с ней делать. Смотрите, ну, она как бы сама себя немножко сглаживает, на самом деле нужно спросить, почему она не хочет, чтобы это получилось. У нее есть какая-то вторая выгода, второй скрытый смысл, то есть ничего просто так не получается, то есть не бывает, то есть если это не сбывается, то значит по какой-то причине у нее разновекторные желания, один вектор идет вот сюда, она хочет, а другой вектор идет вот напротив, она не хочет этого по какой-то другой причине. Нужно разбирать, где плюсы, где минусы, нужно с ней садиться и разговаривать. Уделяйте внимание девочкам-подросткам, потому что иначе они могут уйти в булимию, в анорексию, в плохие привычки, в наркотики и так далее. Самое еще простое – это получить удовольствие от дыхания. Это тоже дыхательная практика, вы автоматически проваливаетесь в медитацию. Очень полезный метод также – хороший сон, правильное питание. Мы об этом много-много говорим с вами. Но я хочу вам сегодня дать домашнее задание на тему нашего любимой акупунктуры, акупрессуры. Посмотрите, сколько у нас точек, которые могут регулировать ваше настроение и ваши рефлексы. Вот именно массажем точек вы можете активировать все свои жизненные функции. Я вам сейчас покажу точку, которая является точкой молодости, точкой хорошего самочувствия женщины. Это океан инь. Посмотрите, как просто ее найти. Это внутренняя поверхность ноги. Прикладываем 4 пальчика к суставчику, к мыщелку вот этому голеностопного сустава, и как раз вы попадаете в точку меридиана селезенки 6, которая называется океан инь или океан женской красоты. Вы представляете, вы просто начинаете ее массировать, и можно на ночь приклеить бобинку туда. Тогда эта точка будет массироваться самостоятельно. Вы испытываете невероятное ощущение прилива энергии, блокировки, кстати, аппетита. Вы вот как бы даете приток сюда, в меридиан селезенки, это кровотворный орган, внимание. Это очень важный орган, селезенка, о котором все забывают почему-то, хотя все клетки крови буквально выходят оттуда, ну, скажем так, грубо. Вот, поэтому здесь мы как раз активируем еще наши собственные феромоны. Это капулины, это гормоны надпочечников, которые привлекают мужчин. Если вы хотите, чтобы вот была та картинка, которая... о которых говорят, вот она вышла, и все штабелями, значит, мужчины упали. Вот, это про женские феромоны, которые мужчины считывают как раз слизистой, рецепторами слизистой носа и перерабатывают как такой, ну, активный интерес к данной женщине. То есть это точка, которая улучшает ваше либидо, улучшает ваш психоэмоциональный фон. Смотрите, еще раз вам покажу эту точку. Это точка, вот еще раз пальчиком, да, чтобы было понятно. Но как ее определить, мы видели. В этой точке пересекаются также каналы печени и почек. Да, смотрите, домашнее задание. Ее массируем, наклеиваем зернышко, присылаем мне фотографию в директ или в фонд, в инстаграм фонда. И кто правильно определил, я пришлю вам
подарок – это ссылку на мою школу стройности, где вы узнаете очень много точек, от точки женской красоты, точки мужской красоты, и пройдете 30 моих уроков, которые вам пригодятся в жизни. И на этой оптимистической ноте я хочу передать слово нашему следующему лектору. Спасибо вам, друзья, за внимание. Целую, обнимаю. Всегда ваша доктор Мухина.